Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. И сегодня у нас будет очень и очень интересные две посылочки из магазина Banggood. Давайте же распакуем их и посмотрим. Поехали! Итак, что у нас здесь? Чтобы вас не томить, а это Powerbank Blitzwolf. Миниатюрный пауэрбанк, который реально должен быть прикольным. Давайте смотреть. Пауэрбанк, посмотрите. Да, он чертовски хорош. Он очень хорош, я вам скажу. Корпус полностью металлический. Края, все углы скруглены, они гладкие. Знаете, такое что-то в стиле Apple, в стиле того, что сейчас Meizu копирует, так скажем. Так, технические характеристики, смотрите. Здесь, что у нас указано, модель. Емкость 3350. В принципе, хорошая емкость для миниатюрного пауэрбанка. Входящие 5 вольт 2 ампера, то есть 2-амперной зарядочкой вы его сможете заряжать, и это будет не очень-то и долго. И выходящий ток 5 вольт 1 ампер, что в принципе нормально для такого пауэрбанка. Так, с этой стороны у нас расположено два разъема. Один разъем для зарядки ваших гаджетов, и второй разъем для зарядки самого пауэрбанка. На этой стороне у нас надпись Blitzwolf. Как вы знаете, или если смотрите мой канал, фирма Blitzwolf, в принципе, сейчас отличная фирма, которая делает в основном аксессуары разные к смартфонам, там лампы, зарядки, пауэрбанки, вот такой вот. И в принципе они ничем не уступают по качеству Xiaomi. Кнопка включения и индикация заряда. Как вы видите, сейчас все индикаторы горят, 4 индикатора, это 100% заряда, каждый индикатор 25%. Ну вот сейчас он полностью получается заряжен. Так, дальше мы смотрим, что у нас есть. У нас есть шнурок у нас вполне качественный, длиной где-то 30 сантиметров, и инструкция пользования. Обозначение, ну кому интересно, в принципе, что где обозначать, я уже сказал по самому пауэрбанку. Технические характеристики, смотрите, вес 80 грамм, это вообще смешно, честно говоря, для такого пауэрбанка. Так, ну и гарантийка, ну как вы видите, гарантийка Blitzwolf дает 18 месяцев гарантии. Если активно батареи использовать, так как у вас в телефоне, к примеру, практически ежедневно заряжать, то вы знаете, как они подустают уже после одного года. 18 месяцев, это полтора года, у вас дополнительно есть гарантия. И когда вы покупаете в магазине, к примеру, Banggood, где покупал я, то все-таки вы надежно, так скажем, застрахованы. Так, вторая посылочка, если вы помните, видели, слышали, знаете, есть такие вот у Xiaomi лампы USB-шные. А я вам сейчас вот это покажу. Вот такие вот USB-шные лампы Xiaomi-шные. И есть отдельно вентиляторы, гнущаяся лампа, так скажем. Но здесь Blitzwolf все-таки переплюнула Xiaomi и сделала более интересный универсальный продукт. А что именно? Именно у нас здесь точно такая же гнущаяся основа, в которой с одной стороны USB разъем, с другой micro USB разъем. Что это? Ну, во-первых, это USB кабель, можно так сказать. А здесь, смотрите, все-таки лапка, фирменный Blitzwolf-овский значок, все как полагается. В первую очередь, это USB шнур, это как зарядник, получается, к вашему смартфону. Второе, что это переходник с моторчиком, вот он, и это лампа и вентилятор, то есть устройство 3 в одном. Первое, это USB шнур, USB кабель, либо использовать как зарядку еще от USB. Второе, это лампа, и третье, это вентилятор. Давайте протестируем, посмотрим его возможности. Ну так, изначально, что мы, давайте попробуем все-таки как зарядку.
Кстати, есть возможность, данные аксессуары продаются как одним лотом, они дешевле получаются. Кажется, около 12 баксов вот это все вместе будет стоить, вентиляторы вот эти вместе с пауэрбанком. Ну вот, зарядочка работает. Так. Все отлично, все прекрасно. А далее, это не единственная функция. Следующий у нас, это USB-лампа. Мы просто меняем насадочки, и не более. Вот так вот одели. И вот так вот подсоединили. Нужно согнули. И вот, вуаля! Вот такая вот лампа у нас сейчас есть. Светит достаточно ярко. Знаете, там использовать как подсветку для клавиатуры ноутбука вполне можно. Ну, возможно, поставить вот так вот powerbank и читать какую-то, не знаю, книженцию, возможно, чтобы не тратить электричество, возможно, чтобы можно было взять с собой куда-то. Ну, в общем, все сделано универсально. Дальше. Для того, чтобы подключить вентилятор, у нас есть такой вот моторчик. Ставим сюда наш вентилятор. И, естественно, подключаем сюда наш переходничок. Точно так же втыкаем. Это не всегда может быть powerbank. Это любой USB-шный зарядник, USB-разъем. Ну и вот. Вот оно. Да? Вы сейчас можете слышать, он, если... Ну, в принципе, это нормально стоит. Вот такой вот имеет вид. Там, летом, ну, можно сказать, незаменимый гаджет. Вот такие вот прикольные гаджеты. Потребляют они, в принципе, совсем мало. На таких вот, на таком вот пауэрбанке они, не знаю, возможно, сутки, а возможно и больше. Если хотите, можем все-таки замерить, сколько они потребляют. Итак, посмотрите, потребляют 0,15 ампера. Это означает, что от данного пауэрбанка, оно не от полностью заряженного пауэрбанка, непрерывно будет работать почти сутки, где-то часов 16-18 непрерывной работы. Вот так вот, вот этого миниатюрного пауэрбанка 16 часов работы. Замечательно просто. Давайте лампу посмотрим теперь. Так, смотрим показания нулевые. По амперажу. Лампа. Вот видите, лампа даже немножечко все-таки больше. 20 миллиампер. Смотрите, ну лампа немножечко все-таки меньше проработает, но все равно незначительно. К примеру, данная лампа непрерывно от этого пауэрбанка сможет проработать в районе 13-14 часов. Тоже согласитесь, хороший результат. Что же по поводу того, сколько вы сможете зарядить ваши смартфоны, то ваш, к примеру, iPhone 5 вы сможете зарядить практически два раза ваш 5 iPhone. 4 там практически тоже два раза. Ну, 6 полтора раза, 7 и пока еще рано говорить, что там к чему. Ну, а большие там такие монстры, как Xiaomi Redmi Note 2, точнее, Xiaomi Redmi Note 3, Meizu M3 Note, самые распространенные, где аккумулятор 4000 мАч, то, естественно, процентов на 70 от такого вот пауэрбанка вы сможете зарядить. Так, товары, в принципе, прикольные, мне по ощущениям нравятся. А по работе и по полному тестированию, если хотите, я все-таки сделаю полный тест и выпущу видео, естественно, расскажу, как она мне в работе нравится, нет. И что бы я хотел сказать еще, что данные
вещи покупались в магазине Banggood. Ссылочка будет в описании под видео. Также я под видео оставлю ссылку на мой кэшбэк. Пользуйтесь, экономьте. Там по 10,5% на покупках можно экономить. То есть на вот этих пауэрбанках, на всех вот этих тестерах, вещах, на вот таких вот телефонах без проблем 10,5% экономите. Либо экономите, либо зарабатываете. Здесь уже все по собственному желанию, в принципе. Всем, кому данное видео, данная распаковка, обзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте. Всем, кто смотрел данное видео, всем спасибо, всем пока.